этот кейс с такой интересной стрелой. Она еще ломается в одной плоскости. Для этого педаль. Вещь довольно интересная. Я как-то уже работал на Кобелко. Тот, по-моему, аж в двух плоскостях ломался. Буквой Z. Надо будет посмотреть, я уже не помню. На моем канале где-то есть. Очень интересная вещь. Очень помогает. Я вот рою, стараться надо квадратные канавы. Не канавы, а такие ямки под опоры. Здесь будет какое-то здание. И мне, чтобы не переезжать, чтобы она получилась как можно ровнее, вот эта вот система очень-очень помогает. Хотя я считаю, что вот это вот соединение одно из слабых мест. Ну, надо просто повнимательнее, не перегружать. Стрела гнется, я потом из кабины покажу в одной таком, в одном месте, колено. Интересно тоже, но было бы неплохо, конечно, чтобы лишнее колено просто было, чтобы стрела была длиннее. Вот этот гидроцилиндр, который поворачивает. Нормально, мне понравилось пока, хотя я еще ничего не сделал, только приехал. Все, пока, что у нас сегодня? Конец января, последние числа, суббота, 2018 год. Значит, стою я здесь не совсем грамотно, напротив солнца, я не знаю, как будет выглядеть. Но так как момент подходящий, все ушли на обед, я просто хочу показать тем, кто еще не в курсе, как работает вот эта вот стрела. Вот смотрите, канава квадрат, не канава, а яма вот эта вот квадратная. Если, например, я стал так, что стрела посередине, я центр рою довольно-таки ровно. Главное, чтобы было видно. Как мне, это я уже выкопал, как мне рыть так, чтобы она шла идеально, как говорится, каждый угол был по 90 градусов. Вот на эту вот педаль, ну, само собой, это все прекрасно понимают. И вот она сгибается до нужного. Все, я рою его идеально, прекрасно. То же самое та сторона. Я двигаю его. Вот он здесь двигается, ломается. Я двигаю его немножко влево. Сейчас немножко перебор. И можно запросто рыть ровно. И в результате, не переезжая, не переставляя трактор, экскаватор с одного места на другое, можно вырыть достаточно ровную квадратную яму. Вот и все. Ну вот и табличка 2008 года. Еле-еле почистил. Было видно.